По нормативам на территории Чувашии должно быть создано 28 МФЦ, в которых будут работать 236 окон и 232 окна на базе модельных библиотек. Госуслугами должно быть охвачено 90% населения. По данным на октябрь, в Чувашии работают 27 многофункциональных центров, в которых открыты 172 окна. 232 функционируют на базе библиотек. Таким образом, доступны сетью. Госуслуг охвачено 71% населения. По городу Чебоксары, поскольку из-за популярности МФЦ и отсутствия вот достаточного количества окон, мы сегодня, к сожалению, не выдерживаем один из тоже важных показателей. Это 15 минут ожидания в очереди. В среднем нас достигает 21 минуты. И для того, чтобы расширить перечень окон, для того, чтобы расширить возможность предоставления услуг, значит, в дополнительном офисе Сбербанка было создано 4 окна. Кроме того, в текущем году было создано на базе филиала Федеральной кадастровой палаты 6 окон. Ну и вот запущен проект по строительству МФЦ в Калининском районе, который вот позволит нам перекрыть показатель. В напряженном графике работают в столице республики. В районах показатели доступности услуг МФЦ чуть лучше. Муниципалитеты направлены средства, там сейчас закупают технику и обучают персонал. По словам Владимира Аврелькина, успешно выполнили задачу по обеспечению доступности госуслуг Канашский, Шамуршинский и Яльчикский районы. А вот в Ибресинском, Маргаушском и Ядринском работа под угрозой срыва. Кроме того, сейчас во всех действующих многофункциональных центрах идет так называемый ребрендинг. Все МФЦ станут работать под брендом «Мои документы» и будут предоставлять комплекс услуг по жизненным ситуациям. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.